Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим слуховой динамик на iPhone 7. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Далее необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой, либо медиатором. Рекомендуем пользоваться именно данным предметом, а не присоской. Так как если вы пользуетесь присоской, вы получается, что вы выдираете дисплейный модуль из корпуса. Если делать аккуратно это лопаткой, то у вас не будет никаких повреждений. Теперь нам необходимо открутить слуховой динамик. Для начала откручиваем металлическую защиту. Убираем ее в сторону. Теперь необходимо открутить сам слуховой динамик. Вынимаем неисправный. Теперь необходимо установить новый слуховой динамик. Его также необходимо прикрутить. Устанавливаем металлическую защиту. И перекручиваем ее. Защелкнем дисплейный модуль. Прикручиваем два нижних винтика и все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.